В Якутии увеличивается количество спортсменов, систематически занимающихся адаптивной физкультурой. Об этом сегодня сказали на круглом столе, посвященном развитию адаптивного спорта. В дискуссии приняли участие представители Министерств спорта и здравоохранения региона, специалисты из районов республики и работники Центра адаптивной физкультуры и спорта. Они обменялись мнениями по развитию направления, опытом, подвели итоги уходящего года. Участники отметили, что в целом в регионе увеличилось число людей, которые систематически занимаются в центрах адаптивной физкультуры. Не отстают эти показатели и в районах республики. Работа идет. У нас по взрослым отвечает Пятнава Татьяна Алексеевна, очень активная женщина. Она много внимания уделяет адаптивщикам, при этом у нас есть хорошая база, то есть в плане того, что есть и стрелковый тир хороший, они тренируются, хороший спортивный комплекс, там и бассейн, и каток, и универсальный зал, огромный крытый стадион «Горняк», где также они могут и в футбол поиграть, и побегать, и тренажерный зал. То есть как бы условия у нас хорошие.